До нашої студії завітав студентський мер нашого міста Раміля Габеко. Вітаємо тебе в нашій Здравствуйте. студії. Відбувся перший етап студентських ігор. Хотілося б дізнатися, по-перше, хто переможці, тому що цього чекали абсолютно усі. Победителем первого этапа стал Университет Украина. С минимальным отрывом от второго места они выиграли. Расскажу полностью про этап, как все было. Сначала было две тренировки у ребят. Первая тренировка и вторая тренировка проходили в клубе Gym Style, на которую были именитые спортсмены приглашены в качестве тренеров. Хотілося б про це детальніше, кого запрошували, хто приєднався. На первой тренировке был тренер Александр Павлюк. Это чемпион мира, чемпион Европы. И вот буквально пару дней назад приехавший чемпион Кубка мира по кикбоксингу проводил ребятам тренировку. На втором этапе тренировок был тренер, паралимпийский чемпион по плаванию, наш николаевский спортсмен, это Богдан Гриненко. Пришел с медалью Олимпийских игр, ребята фотографировались, то есть было интересно, на самом деле большая часть вот, тренировка прошла, и тренировка вот, была, образно говоря, час. И около часа они фотографировались все с медалями по очереди. То есть было да, интересно, весело. Заохотив Да. молодь до спортивних досягнень. Да. И уже на финал, уже ответственный финал был, на который все команды в полном составе, все подготовлены, заряжены энергией. И, честно говоря, пришли и группа поддержки всех команд. Даже некоторых и родители пришли. Ну, честно говоря, иногда даже оглушало, как они кричали, болели. Очень так насыщенно все было. Честно говоря, с моей стороны, я не ожидал, что настолько будет рвение к победе всех. Ребята не спортсмены профессиональные, но это было очень эффектно и, Ну, честно після сказать, удивительно. спілкування з такими іменитими тренерами, з такими відомими спортсменами, Да. прокидається воля і жага до перемоги. Як перемогла команда Університету України і хто ж зайняв друге місце? Тому що ти сказав, що невеликий відрив був. Как они победили? Ну, победили, возможно, за то, что хотели выиграть больше, чем остальные. Второе место заняла команда общественной организации «Чистый город». Тоже ребята. Но они шли вот... там было 5 этапов, в общем. Первый, второй этап шли впереди «Чистый город». Украина была на третьем даже месте. А потом уже постепенно-постепенно Украина... Ну, видимо, возможно, тактику такую выбрали, чтобы сначала показаться, І знаете, зберегти трошки сили. да, силы привлечь и потом вырваться. То есть очень эффектно, опять же, повторюсь, очень были удивлены, насколько ребята хотели все выиграть, насколько было все насыщенной энергией. У нас и присутствовали много гостей именитых, опять же, спортсменов. Приехал и Виктор Славинский, наш известный николаевский боксер, который защищает честь нашего флага в Америке. Также вот, все мы наблюдали и понимали, что тут будто все профессиональные спортсмены. То есть вот так. Які змагання випали на долю учасників, чим вони займалися? І, можливо, є якісь смішні ситуації, щось або цікаве, що запам'яталося з першого етапу? Смешные ситуации были. У нас был один из этапов, там, это был третий этап, этот, спортивный. Там ребята должны были пробежать вперед, забегая в такой коридор, который выстроен из фишек. Забегают в коридор, и в них один из тренеров наших кидает вот таким шаром мягеньким. То есть, и он не должен, если он попадает, то ребятам начисляются плюс штрафные очки. То есть это как в биатлоне. Если вы не попали в мишень, то вам штрафной круг или штрафное время. Так же самое и у нас. И на самом деле на этом было, можно было вечно наблюдать, как ребята прыгали, уворачивались, знаете, как в фильме «Матрица». То есть это, ну, очень смешно было, все смеялись, веселились, и на самом деле это очень тяжело. То есть не просто так можно увернуться от мяча, тем более коридор был узкий. Ну, этот этап вызвал у всех фурор, и все прям говорили, что давайте еще раз повторим этот этап, всем очень сильно понравилось. То есть вот из таких моментов вот это самое запоминающееся было. Завершився перший етап, тепер іде підготовка до другого. Що на другій сходинці чекає на учасників? Второй этап, уже вот начинается первый тренинг в эту пятницу. Это будет этап дебаты интеллектуальный.
То есть с ребятами опять же будут работать тренера, тренера непосредственно профессионалы своей отрасли, это будут журналисты, политологи, которые будут ребятам объяснять, как правильно общаться, как правильно вести диалог, как правильно вести дебаты. Будут выбраны темы. Темы мы им озвучим уже на первом тренинге. И ребята, через неделю ребята уже опять же финал. У нас первый будет проходить два, возможно, мы три сделаем тренинга. Посмотрим по ребятам, как они славливают информацию. И будет проведен финал, о котором опять же все узнают. И все, мне кажется, это 100% поймут, что ребята у нас, студенты у нас очень смышленные и одарованные. Яке заохочення отримали переможці першого етапу, чи, можливо, які бали додаткові на наступні етапи? Победители первого етапу получили бали, які їм дають можливість зараз бути на першій позиції. Тобто, в случае, даже если, например, на последующем этапе они, возможно, не так себя проявят, да, как на спортивном, то в любом случае они остаются в верхней позиции, так как у них 10 баллов – это максимальный балл. Угу. Второе место – 9 баллов и так далее, и так далее. То есть большое преимущество, уже которое они получили на первом этапе, дает им возможность лидировать в следующих. У твоїй соцмережі можна було прочитати про те, що люди, які завітають на перший етап студентських ігор, зможуть поспілкуватися з іменитими спортсменами, отримати автографи. Наскільки люди до цього прагнули і хотіли поспілкуватися? Прийшло велике кількість молодих ребят, ті, хто підтримували свої команди, свої університети, студенти з тих чи інших вузів. Многі фотографувались, селфі, там, автографы брали, вот и к Виктору Славинскому подходили. Очень, очень насыщенно, очень активно все это провели. И вот на самом деле мы не ожидали, что вот настолько вызовет фурор. И мы очень рады этому, что все наблюдают, все видят. И я уверен, что благодаря активности наших граждан, благодаря активности молодежи, мы сможем показать цель, которая, вот эту цель, которая есть в наш проект, это показать потенциал нашей молодежи, на что она способна, наши студенты. Я уверен, благодаря активности этой мы сможем это удивить всю страну. Що ж, дякуємо тобі за те, що дійсно відбуваються такі студентські ігри, які розвивають нашу молодь, надають їй нові можливості. Бажаємо успіху у наступному етапі. Думаємо, що дізнаємось також у нашій студії про її результати. Нашим телеглядачам нагадуємо, що до нас завітав студентський мер міста Миколаєва Раміль Габеков.